Всем снова привет, друзья. У нас на по компании задание Амиты. Мы немедленно отправимся туда. Вот. Эти парни в капюшонах так быстрее и опаснее солдатами. И говорят со зверями. А, подождите, у нас там сейчас мы посмотрим. Давайте попробуем. А, я совсем забыл. У нас здесь рядом магазин. Мы можем закупить все, что нам нужно. А нам нужно в первую очередь... странно. Ну, давайте тогда сначала продадим. А, продавать-то особо нечего. Но мы сможем купить тогда бронежилет. Инъекторы. А, С4, ну... О, липкие гранаты теперь можно использовать. Ну, давайте... 50 тысяч. Не-не-не-не-не-не. Нет, конечно. Липкие мины еще кое-как, может быть. Из оружия можно купить, ну, разве что вот лук. Да. Вот сразу нам необходимо его на место этого лука поставить и купить охотничий прицел, коллиматорный прицел. Давайте попробуем, я даже не знаю. Интересно, давайте. Мне очень нравится коллиматорный. А это какой? Как посмотреть, где какой? Коллиматорный. Давайте попробуем вот этот. Я коллиматорный. Ты коллиматорный тоже потом куплю. А, дальность, наверное, увеличивается. Ладно, не суть. Перекрасим его в... какой классный такой цвет. Вот этот, мне кажется. Ладно, давайте в белый. 20 тысяч. Все равно деньги некуда девать. Да, круто. Дальше берем из уникального можно пистолетики. По боеприпасам у нас все по максимуму. Дробовик не нужен. Снайперка, гранаточки, пулемет. Так, вот тут у нас стрелы. Ну, все. А, и еще также... Все, все, что так же-то я говорю. Так, ну, продать товары на 70 тысяч рупий. Почему там написано кредов, может быть, я не знаю. Ладно, давайте отправимся на задание. Только подождите, а где же нам машину-то найти? Ладно, давайте нам пробежать тут 700 метров. Да что тут? Да, действительно, 700 метров пробежать. Что тут такое? Так, инъектора не надо было покупать. Тут он цветок был. Ну ладно. Обидно, когда у тебя... Ого! Но хотя бы объяснили, как пользоваться этим сраным прицелом. Блин, я... Давайте попробуем, сколько у нас там стрел. Как посмотреть? Так, 3. Четверка. На четверке у нас лук стоит. Ладно, погнали. По пути, может быть, найдем какой-нибудь транспорт. Вот. А, кстати, по навыкам, даже не по навыкам, по изготовлениям, нам нужно посмотреть, что нам нужно на охора. Также нам нужен леопард. И что-то я еще хотел. А, тигр нам нужен, чтобы гранаты. А, во, и топир. Топирчик нам сейчас нужен. Один всего топир. Кстати, какие тут животные? Это как глянуть? Приблизить нужно, да? Ну, топира, как видите, здесь нет. Надо топира посмотреть где-нибудь... Ну, вот топир, но он далековато. Надо где-нибудь с быстрым перемещением посмотреть, чтобы переместиться, и там был топир. Ну, тут где-то можно вот переместиться, но все равно охота еще ближе. Во, вот сюда переместимся, здесь посмотрим. А, давайте... А, вот мне интересно, там есть... Ну, мне, конечно, нравятся коллиматорные прицелы, то есть вот это вот оружие прекрасное. Эй, почему? Я даже стрельнул случайно. Ой. Ой-ой-ой. Офигеть. Как раз таки листочек сразу собираем. И бегом, бегом. Вот машина. Блин, они сзади меня, да? Да.
Офигели вообще. Шавки. Так, ну ладно. Какая-то медленная машина. Ну, кстати, как тут проехать-то лучше? Ну, давайте по заданному маршруту. Вы слушаете радио «Свободный Кират», и с вами Рави Райрана. Кстати, я забыл. У нас задание было... Вот, сейчас покажу, где-то здесь. Во. Я прочитал... А, во. Выполнить задание «Ключ к Северу» я прочитал. Надо «к Северу», наверное, а не «к Северу». Я что-то потом посмотрел. А, «Ключ к Северу», вот, мне интересно, это у нас что? Вот что-то связанное с этим сейчас? Может быть... Сопровождение... Так, клад... Что-то лаги какие-то пошли. А, неделя моды... Я не знаю, что задание... к северу или к северу, хрен знает. Может, это гнев. Да ё, чё за лаги? Чё такие жесткие лаги? Подождите, почему лагает? Непонятно. Почему карта лагает? Никогда у меня в жизни карта не лагала. Вот, может быть, я честно даже не понимаю, о чем идет. Так, почему лагает так карта? Откуда лаги? С чего лаги-то, я не понимаю. Ставьте себя на их месте. Ставьте со страх. Вечно тащатся куда-то нахрен так жить. Гадят вообще, небось, в коробке. А как они душ принимают? Небось, наполняют бурдюк водой и опрокидывают на себя. Как дикие звери на водопое. Честно. Ой, что это там было? Вы меня знаете, мне унитаз нужен. Я привязан к унитазу. Слушайте, что за лаги, а? А еще к беде моя задница даже... чистая, как дудочка. Никаких предположений у меня нет, ну... В той серии вообще все отлично было. Так, давайте прямо, наверное, поедем. Или как там? Да чё за лаги, ребят? Не понимаю я. Почему-то нам здесь не показали путь, может здесь... Сейчас посмотрим, что тут. Ну тут та же тропинка, наверное. Все, идите в задницу. Так, у нас классный лук. Ну, а, все, я понял, смотрите, например, очень круто, все, я понял, смотрите, мы, наверное, мы делаем так, помечаем как-то цель, например, вот, сейчас, масштаб, убрать, переключить. Не думай об этом. Так, а как-то можно было... В общем, как-то можно пометить цель, когда на врагов смотришь. И у тебя внизу, ну вот тут вот слева, где мини-карта, написано будет, например, сколько метров. И ты вот так смотришь, так, 80 или там 100 метров. Ты центр наводишь, ты вот этим местом наводишь прямо на голову, например, или на них. Если, например, дальность 100 метров. И шмаляешь туда. То есть, я думаю так. Ну, у меня такое предположение. Хаджай. Привет, девочка. Спасибо, ты помог обеспечить Кирату светлое будущее. Припасы, оружие, транспорт. Я ждал тебя. Золотого пути. Твое долбанное задание. Чтобы бороться с Пейганом Мином. Я не верила тебе. В Банапуре, казалось, ты пляшешь под дудку Сабала. Я ошибалась в тебе, правда? Ты указал нам верный путь. Чего следует добиваться? Видел бы ты Кират до войны. Родители выбрали мне мужа, когда мне было 6 лет. Прекрасные традиции, правда? А Сабал готов биться за них насмерть. Но мы с тобой сработались. Я прошу тебя, помоги защитить статуи Киры. Пол приказал уничтожить их, чтобы настроить жителей против Золотого Пути. Ладно. Хорошо. Аджай. Слушай, что за лаги? Благодарю за поддержку. Да нет, что. Только я бы хотел, чтобы ты меня по-другому поблагодарил. Так, ладно, спящие святые у нас. Задание, я надеюсь, это является частью кампании. Мы идем на как, наверх, что ли, 200 метров. Ну вот, собственно, вот пример вам. 100 метров примерно туда пульнуть. Топир! Шикарно, чем могу сказать. Ну-ка. Ч
почему нам путь не показывают желтеньким? Ну ладно, ладно, погнали тогда по дороге нам сейчас. А, ну все, я знаю почему, кажется, сейчас мы должны выехать отсюда. Вот машинка, ладно, на этом поедем. Там походу тигр или чуть там такое было, мне показалось, наверное. Так, сейчас пробуем, смотрите. Ё-май. Блин! Засекли, походу. Значит, нам по-любому придется мочить. Давайте попробуем наш лук. Я же говорю, там тигр. Так, смотрим. Ну, например, вот. Как пометить цель? Блин, я забыл, как помечать. А, вот так как-то. Что он сделал? Блин, как цель помечать сраную? Я не помню, честно. Ай, слушайте, как же... Так, подождите. Мыши клавиатура, мы здесь. Переназначить клавиш. Стрельба, прыжок. Да не, наверное, это не то. Второе оружие. А, навык изготовления. Прогресс. Блин, как же... Как же пометить цель? Я же помню, как-то с фотоаппаратом вот что-то связано. Может быть... Переключи. А, это не то. З убрать. Ой, а, ну это да. Ну-ка, давай. Нафиг его знает. Ладно, давайте, забираем стрелу. Блин, я честно не помню, как. Как-то там можно. Ну, тигр нам нужен как раз. По-моему, это этот тигр. Быстрее что-то ловишься. Так, с этого берем. И вот какой тут значок гаечного ключа у нас. Ну, да куда ты, блин? Ну ладно, погнали. Над гранатой, не знаю, что это такое. А, нам сейчас вот появился у нас точка, ну, линия. Навигатор заработал, скажем так. Ну, там я вижу наш любимый вид транспорта. Наш любимый транспорт. Вот он здесь. Простите, поэтому давайте не будем терять ни секундочки. Побежим прямо сюда. И возьмем его. Вот он. Ну, все-таки на нем-то надежнее, наверное, побыстрее. Так, и... И-и-и. Да ладно. Чё, прилетел, что ли, уже? Там что-то мигает. Ни хрена не видно, темно. Там кто-то ходит. Наверное, кто-то из зверей, да? Но это, мне кажется, не тапир. Да, это какие-то свиньи. Так, а почему здесь тогда тапир нарисован? Глюки или что, как вы думаете? Может, тапир нарисован выше? Так, ну там точно свиньи. Так, ладно, давайте, как убрать? Во. Не-не-не. О, он сам убирает. Так, ладно, давайте тогда... Да не-не-не, по-любому внизу где-то. Сейчас посмотрим, нет его здесь точно. Да ёп. Блин, может использовать инъектор? Сейчас, погодите, посмотрим, может быть, что-нибудь увидит инъектор. Сколько у нас? 5 штук. А, вы можете видеть места пребывания врагов и животных. Ну, давайте бамкнем. Ой.
Никого я не вижу. Вон! Нормально, чё, сразу увидел. Даже несколько их там. Ну, нам один, по-моему, нужно. Ну, подниматься потом долго. Правда. Ладно, давайте его попробуем вот таким вот образом сейчас. Пометил цель, вот. Ну, а как, блин? Давайте... Стрелы можно забирать, круто. Все, изготовление. И ну, теперь мы можем носить большее количество инъекторов. Теперь нам нужно просто выполнить какое-то задание. Компоненты. А, ну вот, смотрите. Задания нам всякие тут пишут. И вот какая-то... А, вот что за шестеренка-то. Ой. Блин. А, что я сделал? Блин, зачем? Мне нужен вот для чего тигр. А я и смотрю, почему это у нас активно. Она, блин, нам теперь сколько там нужно? Сколько я не вижу. Пятак тигров, офигеть. Короче, зря я это сделал, можно сказать. Случайно получилось. Там, по-моему, каких-то ракет, что ли, было написано. Ладно, зато инъекторов мы можем больше носить. Кстати, сколько? По изготовлению у нас 6. Ну, на один больше всего, ладно. Это гораздо лучше. Не гораздо, но это, естественно, лучше, чем 5. И чем больше в этом смысле, тем лучше. Так, а что нам надо сделать, она сказала? Чё, найдите обитель спящей святы. А, ну опять что-то надо посмотреть, найти, поискать. Так, надеюсь, тут врагов-то нету. А я так беспалевно подлетел. Ой. Ё-моё, это... Эй, стоп, да блин! Ну они вообще офигели. Вы видели, что было? Они, короче, взяли, экран загородили полосами своими ссанными. И мне еще стрелять надо было. Блин, я думаю, ты что, видел, что ли? Ах ты, козёл! Ворачивается, голый, блин, прочный. Где? Офигеть. Они бесконечно будут резаться. Хрена. Да что ж ты такое будешь делать-то? О, мочи гадов. Да где? Во. Я не успею так. Так, стоп, смотрим. Вот это бери, перезаряжай. Дальше, тройка у нас. Что ж ты будешь делать-то? Патроны бери. Куда идем? Сюда. Снайперы там, да? Так, грены есть, нормально, выживем. Там бочки какие-то сраные. Так, придется единичку использовать. По бочкам как бахнуть можно. В голову даже, офигеть. Так, время не бесконечное, сами видите. Где я не вижу? Нормально. Ну, снайперку дайте мне. Вот это берем. Высуни голову свою сраную. Ладно, давайте лезем к нему тогда. Давай! Вижу врага! Да! Суп! Так и знал! Так и знал, что сейчас упадем, а? Все. Мы здесь! Кругом сплошные трупы! Так, Сич.
С4 нужно было. А мы можем кидать С4? Нет, по-моему, можем. Ладно, давайте гренами. Как это кинуть? Во, им туда сбросим, правильно. Ну-ка, сейчас. Да откуда они такие прочные? Так, а чё защищать-то я? Во, вон там, нифига группа. Ща, погоди. Вот сейчас. Баба! Куда им еще? Я хоть правильно делаю? Все, перезаряд. Гани мощные, блин. Да ж... Что ж ты будешь делать-то? Где? Да где показывает? Офигеть! Ума сойти, блин, они. Они офигевшие просто. Блин, да что ты делаешь? Вот, дай им. Бабах. Грену им еще. А что защищать-то? Я хоть правильно защищаю? Ё-моё. Ладно, ссать. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, завалили. Завалили, блин. Ну ладно, бывает. Чем могу сказать? Давайте готовиться. Кругом сплошные трупы. Так, почему снайперка не пополняется? Где патроны? О. Так, С4 как? Где С4? Блин, скотина, я забыл, где С4, надо глянуть. Так, забываю. Во, девятка. Так. Так, и давайте... Потом бомбанем. Так, и... Единичку жмем. Все, идем кромсать их. Ну, надо было так промахнуться. Это ж... Все, пора взрывать. Все, нормально. Надо было еще, кстати, подождать на других. Так, этого замочили. Кто-то меня палит, что ли? А, перезаряд. Не перезаряд, а затвор перед чем, я так понимаю. Да что ж ты будешь... Стрел. О, у нас же есть еще эти ссаные взрывные. Я убью тебя с радостью. Стоп, не то нажал. О, взрывные. Ну ладно, все равно будем снайперку пока. Пока что есть тут. Да чё, кто? А, перезарядка, все, пардон. Залази. Вон снайпер уже вышел. Где еще? Кто-то меня палит уже. Вон их сколько там. Давай, бах. Да ладно, это не сдох. Единичку. Голова не мигает. Пока враг жив, деремся. Кто-то еще палит, не вижу. Да возьми ты автомат уже, ёптовой дивизии. Походу, мне вообще смысла нет высовываться. Они сейчас сами ко мне будут сюда идти.
Патрончики собираем. Может, вертик надо снести? Давайте. Хрен его знает. Наверное, скорее всего. Нет. Да как они с автомата или... А, все, так сносит много. Где? Кто это сказал? Иди сюда. Блин. Кажется... Эй, воу-воу-воу, откуда он тут взялся? Все, инъекторов ноль. А кто палит, я не понимаю. Броник берем. Походу, с вертиком надо разбираться. Давай. Подожди, стрелу берем. Перебор. Ладно, тогда берем вот это. Почему-то ноль. Не раз... Ящики расфигачили, походу. Вот снайперка. Перезаряжаем. Будем с автомата, если что. Давай. Бах. Бах. Может, в пилота как-то попасть? Может, в вертушку? Ладно, давайте тогда автоматом. А кто, кстати, стреляет, я не вижу. Вертолет или кто? Ну, скорее всего, просто него добить. Надо, видите, он уже дымится. Я не вижу ту точку, откуда... Куда... Где у него уязвимое место. Либо просто людей там надо замочить. Так, СВД. Вот она. Блин, назад, стоп. Почему он не берет патроны, непонятно. Вообще, а, подожди, это калаш, что ли? Нет, не калаш. Четверку берем снова. Какой четверку? Вот это. Слушайте, а что делать-то, я немного не понимаю. У нас написано, да? А, подождите, защитите оставшиеся статуи. Ну, все ясно. Да что ж ты будешь делать? Давай. Да офигеть, офигеть, они мне там сносят. А, я, наверное, попал. Это обстрел просто. Давай, 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 давай. Ой, мне кажется... Стоп, а куда идти? Я вот тут рядом. Воу-воу. Да офигеть, они сдохнут сейчас и все равно палят. Тут есть зеленый. Амита, все в порядке. Где, где, во-во-во. Отличные новости, Аджай. Но у меня есть еще одна просьба. Знаю, как это звучит после всего, что ты сделал. Но придумай, как перекрыть мост, что ведет к статуям. Что? Зачем? Сабал отправит туда своих солдат. В Кирате идет война. Эти солдаты нужны нам здесь. Че? Тут еще что-то говорит. Где? Тут же кто-то был, я видел. Ладно, ну мы по-любому должны обыскать их. Патрончики со всех. Нет, ну только бабла с них наберем и все так-то. Патронов с них не дождешься. Ну, только вот с этих, может. Так, смотрим. С этими. А, ну вот, смотрите, патроны. Но это мы потому что пробежались по автомату, да? Так, здесь... Блин, я думал... Ну ладно. Здесь мы что-то смотрим, смотрим, смотрим. Может, здесь что-то ценное есть. Ну, тут есть, я знаю... Да, вот нам нужен вот этот цветочек. Вот. Зашибись. Так. А, то есть плюс инъектор и... Патроны, патроны. Перезарядить СВД. Можно? Да, можно. Так, еще. Ой, статуя, наверное. Что это? Так, этого смотрим. А, также надо вот тут еще глянуть что-нибудь. Ну, я, конечно, как-то спешу немного. То есть можно было здесь вообще повнимательнее все осмотреть. Ну, ладно уж. Вот тут что-то есть. А, ну это да. Не, мне бы ящики с патронами, с какими-нибудь там. А, тут недалеко, в принципе... Грен у нас 7. Офигеть. М-м-м.
А, такие контрольные точки. Блин, а... Долетит? Не, не долетело. Вот так делаем. Бомбануло, нормально. Так, так я думаю, они меня здесь не оставят. Давай-ка им баба. Еще где? Вот там где-то. Так, попали, только не в голову, естественно. В этого мы, я не понял, вроде не попали первый раз. А, ну и следовало бы к ним спуститься. Таким вот образом, только не в каньон, пожалуйста. Не-не-не-не-не-не-не. Во-во-во, да-да-да, хотя бы сюда. Нормально. И почему я спустился? Потому что, блин, машина даже не взорвалась, офигеть. Потому что у него здесь я заметил патроны. Вот, сейчас перезарядим. А также я еще заметил здесь вот прям только что вот такую вот очень полезную вещь. И у этого тоже под... Офигеть, у него гранатомет. Посмотрите. Шикарно. Может взять его, как вы думаете, вместо этой снайперки? Ну, я даже не знаю. Можно. Ну, нам наверняка его потом дадут в магазине. Блин. Потом разберемся. В принципе, снайперка уже не такая мощная. Иногда пробивает только с двух. Не знаю, что есть с ней. Блин, а теперь забираться надо наверх как-то. Тут можно как-то, нет? А-а-а. Блин, а? Вот фигня. И как мне забраться, по-вашему? Ну, может, здесь как-то и можно? Блин, я хоть время тратить. Давайте попробуем. Блин, я даже не знаю, что. Там можно забраться. Ладно, давайте побежали назад. Так, лук почему-то мы не используем. Ну, потому что он низко... А зачем нам лук тогда, если мы не используем его? Ну, честно, лук я использую только для... Ну, только потому, что у нас шикарная... Шикарная функция мочить их со взрывных стрел, там, с разных... Так, а нам еще как-то, блин, это самое. Во. Ой, а... Стоп, а как мы... Так, нам... Так. Сейчас посмотрим, как это нам так. Во. Еще не влазит патрон? Да не, влазит вроде. А, не может быть, что здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, твою! Блин, ну офигели! Ну что за бред? Все в порядке. Какая-то хрень. Отличные новости, Аджай. Но у меня есть еще одна просьба. Знаю, как это звучит после всего, что ты сделал. Но придумай, как перекрыть мост, что ведет к статуям. Что? Зачем? Сабал отправит туда своих солдат. В Кирате идет война. Эти солдаты нужны нам здесь. А че, этих идиотов нет уже? Блин, а как ж нам туда... А, вон. Во, нормально. Так, с этими... С этими что у нас с этим? Кто палит? Ёпта, кто палит? А, вон там снайпер. Вон он. Так, здесь снайпер есть. Да, здесь есть. Перезаряжаем. Да, перезаряжать не надо. Ладно, давайте... Думать тогда, что за санье у нас здесь? Каким-то образом нам нужно туда перебраться? Я вообще не понимаю, каким. Почему-то нельзя здесь зацепиться. Капец какой-то, честно. Вот. Ну, давайте быстрее уже тогда думать и решать, потому что задерживаться нам здесь не стоит. Ладно, цветочек потом соберем зеленый. Так, еще нужно еще 6 для того, чтобы получить какую-то там награду. Я не знаю, какую... Так, поэтому нам срочно надо собираться сюда, забираться. Эх.
Так, и давайте думать. Как-то нужно туда попасть, но как, я не знаю. Единственный способ — это вот раскачиваться. Но я уверен, что мы сейчас сдохнем, когда будем раскачиваться. Поэтому давайте поднимемся вверх. Чисто оценить обстановку. Не будем здесь жать пробел больше. Так, смотрим. Смотрим. Нам нужно как-то... А, подожди. Стоп. Подожди, а может... Блин. О, нормально. Вот в чем фишка-то оказалась. А я смотрю, это самое, да, и туда пробраться, в принципе, никак нельзя толком-то. Можно было этих чуваков скалой завалить. А он тогда бы, наверное, трофей не собрали. Ну ладно. Так, теперь спуститься. Аджай, нужно увидеться. Подробности не по радио. Жду тебя. Где Шанат, ты знаешь. Шикарно.